Вы смотрите НТВ. В студии Айна Николаева. Здравствуйте. Срочные новости приходят из Донецка. Украинские силовики обстреливают из минометов и реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» районы недалеко от центра, которые раньше считались относительно безопасными. Погибли по меньшей мере 2 человека, 15 ранены. Полностью разрушены несколько домов. Сейчас спасатели МЧС ДНР разбирают завалы, под ними могут находиться люди. В Минобороны ДНР подчеркнули, что обстрел больше напоминает артподготовку. Сильно повреждена и перекрыта трасса Донецк-Макеевка. Предположительно, огонь по жилым кварталам открыли со стороны Авдеевки. Накануне мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила факт обстрела с территории подконтрольной Киеву и наличие танков в Авдеевке, несмотря на опровержение украинской стороны. Руководители Луганской и Донецкой народных республик направили сегодня экстренное обращение к спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику с просьбой принять меры по скорейшей стабилизации военной обстановки и прекращению огня в Донбассе. Эскалацию на юго-востоке Украины обсудили сегодня на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Постпред России Виталий Чуркин заявил, что украинские дипломаты продолжают идти, цитата, «тропой войны». По его мнению, Киев пытается добиться военного решения конфликта на востоке Украины, а не нормализации ситуации и поиска разумных компромиссов. Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения минских договоренностей. Как бы ни стремилась украинская сторона представить дело по-иному, в том числе инициируя сегодняшнее заседание Совета Безопасности и выступая на нем заявлением, выворачивающим все наизнанку, массив данных, включая откровенные признания украинских официальных лиц, вплоть до президента страны, слишком велик, чтобы отрицать деструктивную линию Киева и его вооруженных сил. Виталий Чуркин отметил, что международному сообществу необходимо проявить твердость и последовательность для того, чтобы вернуть ситуацию на востоке Украины в политическое поле. Ситуация в Донбассе не дает покоя американским сенаторам. Глава комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн попросил Дональда Трампа отправить на Украину летальное оружие. Об этом он написал президенту, традиционно добавив строки с обвинениями России в агрессии. Сенатор сослался на закон, который подписал Барак Обама незадолго до сложения полномочий. Документ позволяет оказать Киеву военную поддержку на $350 миллионов. Удовлетворит ли действующий президент просьбу Маккейна? Пока вопрос, так как ранее Трамп обвинял сенатора в последовательных попытках развязать Третью мировую войну. Американское оружие уже приблизилось к границе Украины на несколько морских миль. В Черное море вошел американский эсминец «Портер» с крылатыми ракетами. Командование НАТО заявило, что цель визита – продемонстрировать поддержку партнерам по альянсу. Корабль присоединится к испанскому и канадскому фрегатам, которые зашли в акваторию во вторник. Также в Черное море направляется новейший английский эсминец «Даймонд». Сообщается, что он прибудет к берегам Украины, где займется охраной 650 британских военных, участвующих в секретных учениях. Гости из НАТО не смогут задержаться в регионе. Международная конвенция Монтрео запрещает кораблям нечерноморских стран находиться в акватории больше, чем 21 день. Около 200 тысяч протестующих в эти минуты остаются на улицах в Румынии, где разразился самый острый политический кризис за последние четверть века. Недовольство людей вызвало решение правительства страны об амнистии. На свободе могут оказаться осужденные за коррупцию чиновники. Самая масштабная манифестация проходит в Бухаресте. Путь митингующим перекрывают кордоны полиции. Движение автомобилей в центре перекрыто. На этом я, Айна Николаева, с вами прощаюсь. А эти кадры мы оставляем без комментариев.